Ты можешь еще раз пошевелить ее? Покрути ручку. Дверь дергается. Канал Табу Искатели Паранормального представляет. Всем привет, друзья! С вами канал Табу, Искатели Паранормального. Вы очень долго ждали это видео. Это видео связано с теми сущностями или духами, которые живут в нашей квартире. На протяжении всех 6 дней, то есть на протяжении всей недели, мы ставили камеры каждую ночь. А так как каждое видео идут по 3 часа, мы оставили самые такие интересные моменты, основные, и мы покажем их в ролике. Обязательно досмотрите это видео до конца. В конце ролика вы увидите тот самый момент с дверной ручкой с балкона, о котором Настя говорила у себя в сторис. Это очень жесткий момент, ребят. Обязательно досмотрите до конца. Это видео будет в самом конце. Первая ночь. Это вот самая первая ночь, когда что-то начало происходить. То есть мы обратили внимание, что что-то происходит именно в полнолуние. В то время было полнолуние. Так как, ребят, это была первая ночь, и как раз-таки было полнолуние, произошел один жесткий момент. Где-то под конец видео начал щелкать выключатель, но свет при этом, он не загорался. Я с такой ситуацией уже сталкивался, когда, если вы помните, когда я снимал на даче, там тоже щелкал выключатель, но не загорался свет. Произошла похожая ситуация, но щелчков было больше. Thank you.
видео с третьей ночи, именно в этот день шел дождь. И поэтому вы можете слышать, как капают капли на подоконник. Это к чему-то паранормальному не относится. Там слушайте именно то, что мы выделили непосредственно в кадре. Другие ночи, которые вы увидите в этом ролике, в этот день дождя не было. И еще, когда дергалась ручка, ребят, на балконе, ветра или чего-то подобного не было. И Тем более, ребят, мы закрыли балкон на щеколду с внутренней стороны. Закрыли балкон и закрыли дверь. Сейчас я вам покажу балконную дверь еще раз. Вот та ручка, которая шевелилась. Смотрите внимательно, ребят. Она тогда была закрыта, эта дверь. Ну, именно на вот эту щеколду она закрыта была. То есть она была вот так вот. Да, вот, ну, закрой. Она была вот так закрыта. То есть тут ничего нет, ребят, вообще ничего нет. Вот, пусто, чтобы у вас не было каких-то сомнений. В дальнейшем такого не происходило с ручкой. Так, друзья, инструктирую. Балкон закрыт, сквозняков нет, там духота на балконе. Дергается ручка сама по себе. Ты можешь еще раз? Шевелится, да, вот она шевелится. Ты можешь еще раз пошевелить ее? Покрути ручку. Покрути ручку и стукни в дверь. Ты можешь еще подергать ручку? Еще раз. Ну давай. Она дергается. Шевелится, крутится.
Ребят, там ничего за балконом нет. Сделай это еще раз. Давай, за счет. Обалдеть, какой тут фонарь мерцает. Смотри, это видео. Ты можешь сейчас сделать то же самое с этой ручкой? Она чуть-чуть повернулась. Также, друзья, если вы досмотрели видео до конца, обязательно подписывайтесь на наши инстаграмы, на инстаграм Насти, на мой инстаграм, на инстаграм моего брата. Все ссылочки будут в описании. Также подписывайтесь на наш лайв-канал «Братья Твинс». И ждите новые ролики. Мы вас всегда ждем, мы вас любим. Всем удачи. А мы будем следить за нашей квартирой, а также думать о локациях, куда сходить и что для вас поснимать. Все, пока.